Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Westerland Punk. Бар. Ну давай зайдем в бар. Это городской бар, где твоя команда отдыхает после миссий и экспедиций. Здесь можно увидеть список доступных наемников и их текущий статус. Вместимость бара показана тут. Если тебе нужен кто-то конкретный, используй кнопку фильтра справа. Периодически в баре будут появляться новые рекруты. Улучшай бар, чтобы привлечь крутых наемников. Давай проверим, есть ли кто подходящий для нашей миссии. Нанять. Ты можешь найти новобранцев в команду тут. Так, Моника химик, Катерина химик. И все химики, что ли? Здесь можно увидеть шанс привлечь редких рекрутов. Ага. Потратив деньги на рекламу, ты можешь привлечь больше наемников. Для твоей команды тебе нужно 4 человека. Выбери того, кто нравится тебе больше всех. Так, купить. Стоит 0. Берем, ребят. Пришло время спасти горожан. Встретимся в машине. В машине, говоришь, встретимся. Так, мне, наверное, нужно еще нанять, я так понимаю. Купить. Купить. Обновить список можно? Ага, можно. Можно за рекламу, можно за монеты. Можно контракты обновить. Ну, допустим. Так, а улучшить бар? Что для этого нужно? 300 жетонов каких-то непонятных, которых у меня, видимо, нету. Вылазка. Тут собирается команда для экспедиции в пустошь. В поездку можно взять 4 наемников. Слева указано количество доступных машин, справа доступное топливо. Выбери наемников для этой экспедиции. Оу, а у меня тут нифига себе. Так, ну давай врачевателя возьмем. Здесь мы возьмем с тобой химика. Сюда, к примеру, возьмем егеря. А сюда... воин пустоши. Вот так вот. Отряд готов, время выдвигаться. Отправляемся. И куда мы с тобой сейчас сиганем? И снова пустошь. Это очень большое место, кишащее отбросами, мутантами и прочей нечистью. Я вижу мародеров неподалеку. Они будут хорошим разогревом для команды. Нажми на их иконку. Ну давай нажмем. Так, нажми еще раз, чтобы начать движение. По-моему, я не доехал. Или мне показалось. Так, ладно. Давай разберемся с этим мусором. Это твой отряд. Нажми на иконку, чтобы увидеть подробную информацию о наемнике. Эффектов 0, ничего нет у него. Враги находятся здесь. Нажми на них, чтобы увидеть их навыки и характеристики. У них тоже ничего нету. Бой пошаговый. Порядок ходов можно увидеть наверху. Ход твоего наемника – это его способности. Нажми на ту, что мы выбрали для тебя. Теперь нажми на врага, чтобы исполнить навык. Некоторые из них могут быть применены к союзникам. На, получил. Ох ты. Ты можешь дать возможность наемникам действовать самостоятельно. Для этого нажми на их имя. Ага. То есть это как бы автобой. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. В плане промах, блин, ну кувалды, дай вот этому вот. Бумс, нормуль. Так, давай-ка вольнем его, наверное. Изи. Так, мы ходим. Она сама сходила, ребят. Так, ну что, победа за нами, опыт, монетки, все дела. После боя с некоторыми врагами остаются трофеи. Нажми на иконку, чтобы принести их в багажник. Все. Объем твоего багажника ограничен. Ты можешь увеличить его в гараже. Ага. Собрать все. Двигаясь по карте, ты тратишь топливо. Возвращайся до того, как оно кончится, если не хочешь идти обратно пешком. О, даже как. Так, спасите людей Топстоуна с нефтяной вышки. Закончили с разминкой? Нам надо спасти наших людей. Так, бутылка топлива получена у нас. Ага. Ну что же, погнали тогда сюда.
Следим, друзья мои, за топливом. Так, на подходе. Осмотреться. Возле вышки вы замечаете несколько машин с символикой Орды. Наверное, решили пополнить топливные запасы. Тут же находятся и пленники. Сваленные в кучу, они окружены небольшой охраной. Мы можем с тобой атаковать охранников издалека или попытаться незаметно подкрасться к пленникам. Давай незаметно попробуем. Вам удалось незаметно подкрасться к пленникам. Самое время нанести неожиданный удар по охранникам. Напасть на охрану. Скрытность помогла вам. Первый ордынец падает замертво, но двое других уже приготовились к бою. В бой. Вот тут как. Слушай, довольно интересно. Довольно интересно. Так, ну что? Делаем выстрел. Давай вот этого. Грунта. А не оба грунты. Так, он мне понижает атаку, гаденыш. Посмотри, а. Но мы его травим. Тоже не кисло. Так, а вот что это у нас такое, ребят? Снайперский выстрел? На 60, неплохо. Так, добьем, наверное, мы его. Промах, какого лишнего промаха? Ну-ка ты, застрели его. Минус грунт. Промахнулась тоже, что же это за такие мародеры-то, а? Ну-ка. На, крит, друзья мои, с крита. Ну что ж, неплохо. Как ты видишь, победа за нами. На звуки боя потянулись остальные ордынцы во главе с опутанным проводами бугаем. Вы рискнули вмешаться в планы нашего лидера и за это сдохнете. В атаку, братья! Во славу Неона, Фарадей. Так, это у нас тут что ли мини-боссик? Как... Ух, ёк, макарёк. Да, ребята, это вам не три в ряд. Она что-то похожа у нас на... Что? Молодец, красава. Да что ж ты будешь делать? Он все понижает. Давай, массовый. Почему поэтому промах-то сделали? Так, а что это у нас за энергетик такой? Нет, пока не будем, наверное, его тратить. Ну-ка, зуботычину дай этому. Промах. Какие вы неуклюжие, господи. Наша девочка, вот эта вот Паула, она и хиляет, и усиливает нашу команду. Это круто, ребят. Валим этого сумка. Да что ты будешь делать тут, я не понимаю. Ты какой-то косорылый. Ну-ка, давай так хотя бы. Изи. Остался только шлем один. Просто с потрошками его уничтожили. Наконец-то ты начал попадать, патчер. А он промахивается, он с какими-то шокерами в руке. Так, зуботычину попробуем давай, наверное. Ага. Отлично, ребята. А вот сам Фарадей. 304 хп у него. Опа, это мы, наверное, меткость и скорость повышаем. Ну-ка, давай-ка так шмальнем. Неплохо так на 64. А ты сколько? Этот какой-то самый... Этот, блин. Тихо-тихо, не надо тут разрядами своими баловать. 52, шикарно. Мы ему еще атаку понизили. Норма. Попадать начал, неужели? 157 хп у него, давай-ка мы, наверное... Ух ты, ух ты. Пулеметная. 45. Траванули. Добивка-то когда будет у нас? Ага. Посмотри, какой неугомонный, всех шокером бьет. Изи. Фу ты, я уже думал, это же мои ребята. Так, лазерный прицел. Интересно, зачем нам это все? Так, госпиталь у нас открывается, бараки, аванпост. Стоило телу бугая безжизненно упасть на землю, как из-за вашей спины донесся коллективный вздох облегчения. Освободить пленников, сначала поищем ценности, пленники никуда не денутся. Давай это сделаем. Так, стоило... Да, это мы с тобой... Вы получили банка от Запо... От Зипа, наверное, хотел сказать. Консервные банки плюс монеты. Не густо, но лучше, чем ничего. Освободить пленников. Вы помогаете освободиться пленникам из оков и оказываете первую помощь раненым. К вам подходит двое освобожденных. Крепкий, немного помятый мужчина и женщина с огромным шрамом на шее. Спасибо вам за помощь, я Дороти. Его зовут Керн. Как вы так удачно здесь оказались? Благодарите своего бармена, которая наняла меня, чтобы вас спасти. Или хобби у меня такое, людям помогать. Днем пленных освобождаю, вечером бабушек через дорогу перевожу.
Давай вот это, наверное, сделаем. Она жива? Какое счастье! Пожалуй, нам надо спешить в город. Многим людям нужна медицинская помощь. А мне нужно забрать свою награду? Так, получаем, ребята, опыта. Ваш комплинг начал вызывать приятный писк, потому что очень хочет вашего внимания. Принять вызов. Это я, доложи обстановку. Рассказываем о происшедшем. Продолжить. Тем не менее, твоя основная задача остается неизменной. Необходимо восстановить наш аванпост в Томпстоуне и подготовить его в качестве базы для будущих операций основания. Постарайся сохранить хорошие отношения с местными. Не отказывай им в помощи, если это не идет вразрез с основными задачами, конечно. Так, понял тебя, у местных теперь проблем навалом. Думаю, мы с ними сработаемся. Давай вот так вот. Куда нам теперь с тобой отправиться? Интересно мне знать. Вернитесь в город и поговорите с Пэм. Ага, мне нужно вернуться в город. Погнали. Хотите вернуться в Топстоун? Да, я хочу вернуться. И мне нужно пообщаться. Я не знаю, может быть, тут какая-то система прокачки. Потому что, ну, немножко меня... Ух ты, у нас аванпост, госпиталь, склад. И тут что-то новенькое. Так, жители были спасены, пора вернуть в город. А вернуться в город и поговорить с Пэм. А, в аванпосте. Все, я понял, аванпост у нас вот здесь. Это аванпост. Тут можно делать много всего. Но давай проверим меню люди. Пэм, тут находятся персонажи, с которыми ты можешь поговорить. Мне нужно сказать тебе что-то важное. Нажми кнопку со мной, чтобы продолжить диалог. Тебе что-то нужно, командир? Механические неполадки. Где она, Керн? Почему Хлоя не с вами? Налетчики разделились и выехав из города. Часть отряда осталась у вышки, остальные же поехали дальше на запад. Значит, Хлоя была во второй группе. Куда они могли поехать? Что у них находится в западной стороне? Там есть небольшой оружейный цех. Если они прознали о талантах Хлои, то наверняка увезли ее туда, с оставшейся частью пленных. В оружейный цех не так-то просто попасть. Хотя есть у меня один подходящий специалист. Наемник, у него есть для тебя работа. Нужно проникнуть в оружейный цех и спасти наших людей. Если пленных там не будет, то найти информацию о том, где их могут держать. Методы на твое усмотрение, мне важен результат. Считайте, что я уже выехал, давайте координаты этого цеха. Верни мне мою Хлою живой и невредимой, и позаботься о том, чтобы ее обидчики пожалели. Не волнуйся, сделаю все возможное. Так, мы получили свое задание. Объявление тут у нас есть какое-то. Это доска объявлений, и тут ты можешь найти предложение работы от разных фракций. В день ты можешь выполнить ограниченное количество заказов. Тут находится предложение работы, доступное на данный момент. Некоторые слоты миссии будут заблокированы, пока ты не улучшишь аванпост. Периодически тут будут появляться новые миссии. Ты можешь использовать монеты, чтобы ускорить обновление списка заказов. Давай посмотрим на карточку заказа. Тут ты можешь увидеть описание работы и флаг фракции заказчика. Это, возможно, награда за выполнение работы. Проверим, какие у этой работы требования. В этом окне можно увидеть все требования заказчика. Требования к отряду. Мощь 200, доступные машины 1. Тебе нужна свободная машина и достаточная сила команды, чтобы отправить персонажа на миссию. Тут можно увидеть возможную награду за заказ, это мы уже поняли. За выполнение миссии ты всегда будешь получать деньги и репутацию. Это гарантированная награда. Это бонусная награда за выполнение миссии. Угу. Чтобы получить ее, роли твоих наемников должны соответствовать запрашиваемым. У каждой миссии есть время выполнения, тут ты можешь его увидеть, то есть 4 часа. Эти слоты для наемников. Некоторые миссии имеют ограниченное количество участников. Получить. То есть тут всего лишь 2 наемника я могу брать с собой. У-ху-ху-ху-ху. Так, ну что, госпиталь у нас еще тут.
Привет, спасибо, что спас нас от бойцов Орды. Я Дороти, главный по медицинской части в Топстоуне. Это наша больница, если кто-то из твоих людей был убит или что-то подобное, я поставлю их на ноги, даже убитого. Этого наемника ранили в прошлой атаке, он может тебе пригодиться. Вики. Лекарство дорого стоит в наше время, но с твоей помощью мы сможем поставить его на ноги, вылечить. Получить. Так, мы вылечили, да? Это разведчик, кстати, друзья мои. Разведчиков у меня еще не было. Так, что у нас тут еще? Механические неполадки. Похоже, что городского механика Хлою ордынцы увезли в оружейный цех. Пэм просит меня вернуть ее оттуда в целости и сохранности. Так, на складе у нас что-нибудь есть? Тю-тю-тю-тю. Тут есть, но куда мне это все пока применять, я не знаю. Так, кланы. Кланы пока у нас в разработке. Да, ребята, игра свежак, поэтому не обессудьте. Ну что, поехали на вылазку. Химик, воин пустоши, егерь, врачеватель. А, так он врачеватель. Вот почему он, ребята, не такой уж особый и боец-то был. Так, в гараж. Ох. Ох ты, новая машина. 500, ребята, стоит. А в чем у них разница? Параметры машин. Так. Посмотрим, как работает производство вещей. Тут вещь, которую ты будешь делать, и ее описание. Тут ты видишь ингредиенты, необходимые для ее создания. Теперь просто жми сделать. Очистка бака. Если из бака выкинуть весь мусор, то он вместит больше топлива. Так, ну допустим. А эту машинку? Старинный змей. Безбашенный викинг. Взрывной жук. Ударный рейдер. Пустынный дредноут. Токсичный гвардеец. Давай купим. Хватит. Оу, купил, ребята, у меня теперь две тачки, прикинь. Кар, токсичный гвардеец. То есть теперь мы можем с тобой на две вылазки выезжать. Ну что? А мы, наверное, с тобой отправимся, да? Великая равнина, стоимость движения. Так, 3 за клетку, стоимость дороги 10. Куда двигаемся? Давай в равнинку поедем. Найдите мастерскую к востоку от города Хлоя, должна быть там, к востоку. Все, я вижу. Давай, по-тихому только, по-тихому. Эть! Вот это я вляпался, ребята. Хотел, блин, по-тихому. Что это за сосунки тут у нас стоят, я не пойму. Ну-ка давай-ка, как там, на имя, да, кликнуть. Я думаю, что они разберутся и без меня здесь. Промах, промах, эй. Ребята, завязывайте давайте с промахами-то. На 103 крит, нифига. На, хлопчик. Так, усиливаемся, отлично. Мне нравится вот это, ребята, химик, который бросает яд. Все. Найс, мне понравилось, разобрали. Забираем все. И двигаемся дальше, ребята. Двигаемся дальше. Ага. Прочесав окрестности свалки, ваши разведчики не находят никаких следов рейдеров. Подозрительно. Придется идти внутрь этого мусорного лабиринта, чтобы удостовериться в этом наверняка. Продолжить. Тишина, сгустившаяся меж мусорных гор, конечно же, оказывается обманом. Как только вы проходите вперед, ваш отряд начинает обстреливать сразу с нескольких сторон. Ты прикинь, мы вляпались. Ох ты, это еще кто? Ой, тихо-тихо-тихо, правильно, хиляемся. Ребят, по-моему... Не, нормально. Хиляет, медик нормально все делает. Ать, это самый жирный у нас, ребят, получается, да? Нате вам. Да ты заколебала. Ху-ху-ху. Массовое отравление, ребят. Они под ядом. Этот отравлен и этот. Тюж, минус. Минус. Но грунт Орды. Все, ребята, разобрались мы с этими охламонами, причем без проблем. Разбив первую засаду рейдеров, вы продвигаетесь вглубь свалки, внимательно рассматривая мусорные склоны. На одном из них вы замечаете старый сейф. Так, попытаться открыть сейф.
Техника 25. А у нас есть? Никого нету. Тогда продвигаемся дальше. Вы доходите до кладбища автомобилей. Меж заржавелых машин вы застаете врасплох группу рейдеров, которая пытается разрезать огромный старый тягач на запчасти. Так, попробуем подкраться к ним. Скрывшись за шумом болгарок, вам удается неожиданно напасть на рейдеров. Ага. Болгарочки-то нам помогли, друзья мои. Промах. На, сразу наполовину его зарою, ребята, шваркаем. На, блин, мне нужен разведчик в клан. Ой, в клан, в отряд, мне кажется, да? На тебе. Что делает, а? Ну, блин, тут остался ему. Этот хиляет. Промах, да что ж ты такой, блин, никак не можешь попасть. Огромный старый пресс для мусора стоит покинутым уже долгие десятилетия. Но как только ваш отряд подходит к нему, то оказывается в окружении рейдеров. Твою дивизию. Это есть их окружение? Это, ребята, просто сосунки для нас. Из двоих. У них на груди татуировки фан-фан. Типа, любители пофаниться, что ли, не пойму. Ну, я вам сейчас пофанюсь. Таблицу-то быстро распотрошу. Ну, давай. На. Ну, такая прорисовка, детализация неплохая, ребята. Мне нравится. Так, ржавая пластина. Собрать все. Экскурсия по мусорному парку приводит вас на поле со старыми аккумуляторами. Посреди него рейдеры наблюдают за стоящим в центре человека. Последний явно прародирует обряды и внешний вид жрецов токнутых. Ничего хорошего от культистов ждать не приходится. В атаку. Присоединиться к ритуалу. Ну давай присоединимся. Так, твой отряд исцелен. Ага. Вы садитесь рядом с рейдерами и повторяете их движения. Через некоторое время сквозь ваше тело проходит легкое покалывание, как будто сама сущность Ома наполняет его ритуал. Ритуал закончился, и вы чувствуете прилив энергии. Самое время отправиться дальше. Вы добираетесь до центра свалки. Здесь вы встречаетесь лицом к лицу с главными силами мусорщиков, рейдерами, которые нашли свое пристанище на свалке. Ну, естественно, ребята, их надо разобрать. Оу! Ёк-макарёк, это что еще там, ребят? Смотрите, подрывник. Зашибись. Подрывник, блин. Это типа мини-босс, друзья мои, все-таки. Так, этот бафается. Он промахивается, этот подрывник, пока, слава богу, по нам. Так. Захилялись, усилились. Да что же они всю спайк отобьют? Он у меня как танк, что ли, получается, по ходу дела, да? Поэтому у него все бомбят. Такой этот, столько у него этих фаст-патронов там сзади. Ты дышь, промах. Так, у нас с тобой постепенное исцеление стоит. Ну и плюс усиление атаки, естественно, и защита. Это страж, по ходу дела, ребят. На... Подрывнику, по-моему, крышка, ребята. Все. Был подрывник, его не стало. Ух ты, броня излома. Остатки рейдеров бегут со свалки. Вы преследуете их, но они лучше знают здешние мусорные джунгли. В любом случае, обратно они уже вряд ли вернутся. Преследовать их. Ах ты, блин. Отряд получил повреждение. Преследование тех, кто знает каждый окрестный мусорный завал, неблагодарное дело. Ваши бойцы так никого и не перехватили, только свалились в пару раз с гор мусора и набили себе новых синяков. Так, новые доступные рабочие места. 3. Вернувшись в центр свалки, вы устанавливаете там радиомаяк. Теперь вам хочется побыстрее свалить отсюда, куда угодно. Главное, чтобы там не было столько мусора и металлолома. Так, работа моя здесь закончена. Но я же не нашел, получается, девчулю-то, за которую я сюда ехал. Вот в чем проблема-то. И где же вот она? Оу, а я туда доеду? У меня горючки-то хватит? Куда ты, блин? Офигеть, блин, раскрыл карту. Так, ребята, здесь что-то как-то не особо... Ой, Феникс.
Не вздумай у меня погибнуть. Так, этот берет провокацию, да? Хиляемся. Ребята, они очень мощно жарят. И посмотри, даже танком его пробивают. Как же так-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Если его сейчас разберут, ребята, нам кранта-реки. Они это, по-моему, с удовольствием делают. Упс. Неужели погибнем? Неужели мой отряд не вытянет это все, а? Ты посмотри, что это творит. Дай-ка я нафиг сам, ребят, хочу. Что тут? Оу, щет, ну. Хотя бы так. Ай. Так, медику, конечно, надо медицину, ребят. Завалят сейчас. Давай, пшикаем. Это опять Фарадей этот, что ли, блин? Ну что за рожа знакомая? Это Фарадей, ребят. Оу, щет. Вот так вот, ребята. Вот так вот они творят, блин. Зашибись. Да что, как промах, блин. По-моему, погибли мы тут. Вот это я сунулся на свою голову, дурачок, а. Не потянуть. Избежать, я так понимаю, я не могу, да, ребят? Фарадей меня завалит. И что тут будет? Поражение. Весь отряд в хлам, ребята. Просто в хлам. Так, госпиталь. А, я их могу вылечить, но, естественно, не бесплатно. Бар перепонил. Да какого фига перепонил? Где бар? Где? А, так тут еще можно вот... Ё-моё. Тут можно, оказывается, двигать вместимость. И у меня хватает этих штук? Я не знаю, ребят. О, 11 теперь. Улучшить бар. Вместимость, ну. Улучшил. Так, ребята, теперь у нас можно рабочие бараки. Так, спасибо, что помог нам. Бараки — это место, где мы живем, работаем. Захватывай точки ресурсов в экспедиции. Это позволит отправлять больше рабочих на добычу ресурсов. Назначай работников на добычу ресурсов этой кнопкой. Ага. Улучшай склад ресурсов, чтобы увеличить его вместимость. Расширяй бараки, чтобы я мог привести сюда больше работников. Получить. Расширить. Ага, свободных... рабочих 5. То есть я могу вот так вот, да, делать. Это мы топливо добываем с тобой. Тут запчасти, электроника и нериум. А нериум-то пока у меня закрыт. Давай, наверное, сюда двух поставим и сюда. Ать-ать-ать-ать-ать. Расширить бараки, да? Не хватает. Увеличить тоже не хватает. Тогда, ребята, всех на производство. Закрываем. Так, госпиталь, склад. Я не знаю, там церковь какая-то. Снайперская винтовка. Может быть, там дозор какой-то будет. Наблюдательный пункт. Так, ну что, нам надо делать, ребята, вылазку. Как ни крути. А, погоди-ка. Госпиталь. Вот так вот. То, что я хотел. Так, а вот это что такое у нас тут? Лазерный прицел. Куда-то это можно, ребята, применять, но, видимо, пока еще никуда. Ну, нет у меня возможности. Так, давай, поехали. Отправляемся. Великая равнина. Это куда же мне, блин? Я отряд-то опять не поменял. Ай, чучмек. Давай разбираться с этими хламонами. Надо нам... Я не знаю, мы уровни вообще здесь прокачиваем или нет? Ну-ка, погнали. Так, какой-то чувак новый. С дубинкой. Сержант Такнут. Ну, это сосунки, походу, дело, да? Ага. Давай, влупляй.
Так, у них меткость там повысилась. Готов. Вот этого вот мародера валите. Да, ну тоже неплохо. Промах. Есть, тут нормально. А где вот эти вот точки, которые мы с тобой должны захватывать, чтобы ресурсы? Вот это, мне кажется, нефть. Здесь, наверное, надо, ребята, захватить. Потому что, видишь, нефтяная вышка, она, наверное, не работает, конечно же. Но пускай... Так, а у них что это вот? Так, плюс 20 шанс попадания и плюс 30 крит шанс. Один ход, ребята, это все действует. Вот оно, значит, что, да? Я вас понял, сударь. Ну, хиляем, правильно. Двоих сразу же. Так, этого давай, давай, уничтожаем. Блин, ну один с хп остался. Так, это мы с тобой сейчас захватываем или нет? Так, погоди-ка. А может быть, нам надо было вот сюда ехать? Тут, видишь, тоже вон. Так, лучше тут, блин, потихоньку продвигаться, ребят, потому что... Так, что это у нас тут? Перед вами стоит небольшой оружейный цех. Фигуры людей снуют между основным зданием и пристройками. Несколько ордынских машин, включая грузовик, стоят около ворот. Пора разрабатывать план. Осторожность не бывает лишней. Попробуйте подобраться ближе незамеченным. Вам удается незаметно подкрасться к ордынцам. Они столпились у одного из грузовиков с оружием. Если удастся его подорвать, то получится сократить численность противников. Послать одного из своих людей и установить бомбу на грузовик. Такое дело есть. Вам удалось незаметно установить взрывчатку на грузовик. Вы отходите на безопасное расстояние и эффективно подрываете его вместе с несколькими противниками. Пользуясь общим замешательством, вы начинаете свою атаку. Хе-хе-хе-хе. То есть я сделал диверсию небольшую. Оу. Кто такой? Стрелок Орды. Как-то, мне кажется, мы должны, ребята, с вами прокачивать наших бойцов, как ни крути. Как бы понять это, где делается. Ну, не в бараках, да, по-моему. Я знаю, что мы можем нанимать с тобой, но вот именно лечить, точнее, улучшать, я еще не видел. Так, ну что, мы справились, здесь победа. Натиск противника начинает слабеть. Так, еще не все, что ли, блин? Нет, друзья мои, еще там стрелок Орды, грунт Орды. Это их невидимо звание. Несмотря на то, что они такие, знаешь, как эти мародеры, да? Они довольно такие поджарые ребята, особенно вот эти вот. Пресс у него тут все нормально. В татухах, в кожаных ремнях. Я вот так вот представляю, вот какой-нибудь апокалипсис, да? Вот такой, неужели так он, действительно, люди бы вот так одевались бы? В какую-то кожаную фигню там. Ну, шлем на голове, да, я не спорю, это неплохо. Так, а этот, смотрите, ботинка, этот в сланцах. Он в сланцах был, ребят. Понемногу силы противника начинают сдавать. В этот момент из глубин цеха доносится громкий командный голос. Какого черта вы напали на мой цех и моих людей? Кто вы, мать вашу, ствол? Тебе эти знания ни к чему. Все равно скоро сдохнешь и в бой. Люди Томпсона шлют тебе привет и просят вернуть пленных. Я купил их за честные бабки, и теперь они моя собственность, так что ты и весь Топстоун можете валить к черту. Странный понты от человека, чья охрана уже наполовину перебита. Сейчас закончим с оставшимися, а потом доставим тебя в Топстоун лично, а там и решим, кто кому принадлежит. Мощь отряда 400, ну-ка давай. Вы видите, как в ствола закрадывается неуверенность. Он явно начинает бояться за свою жизнь. Надо подождать его. Вы уже окружены, вам конец. Не, мы так другие. Не мы, так другие придут, поверь. Кое-кто готов всю пустошь перевернуть, чтобы вернуть своих людей. А теперь подумай, стоит ли оно того? Вы почти физически ощущаете, как в голове ствола закрутился непривычно тяжелый мыслительный процесс. Ладно, остынь. Пошли, забирай своих и проваливай. Хм, так бы сразу. Вы проходите в большую комнату за тяжелой металлической дверью. В лицо ударяет запах пота и нечистот.
Около двух десятков изнеможденных людей расположились на драных матрасах на полу. На этом фоне резко выделяется один человек. На перевернутом ящике с комфортом разместилась девушка. Ее белоснежная кожа и опрятный, если не считать пару масляных капель, наряд резко выделялся на фоне лохмотьев пленных. Она без страха и с интересом рассматривала ваш отряд. А вот и Хлоя, ребята. Вы быстро. Она встала и направилась к вам. Я Хлоя. Вас же Пэм прислала. Нас наняли в Тавстоуне, чтобы вызволить угнанных пленников. Перед тем, как ехать в город, пойдем поговорим с мистером Стволом по поводу этого места. Оно может нам пригодиться. Думаешь, он его просто так отдаст? Ты перебил его людей и лишил рабочей силы, и вряд ли ты оставил ему выбор. А вот и он сам. Вы все слышали, мистер Ствол? Слышал, и думаю, что ты слишком много на себя берешь. Чего ты взяла, что я захочу работать на вас? Я позову парней из Орды, и они сравняют ваш город с землей. С того, что твои друзья из Орды просто отожмут у тебя цех, так как ты его не смог удержать. С того, что без моей помощи твои станки сломаются через неделю максимум. С того, что этим ребятам указывают на нас, скоро понадобится много оружия. Продолжать или твой мозг перегружен? Ладно, но мне нужны рабочие руки, в том числе твои, чтобы не дать здесь всему развалиться. Раз с этим разобрались, пора выдвигаться в город. Новые доступные рабочие места. Я готов выдвигаться в город по твоей команде. Поехали. Слушай, ну неплохо, друзья мои, неплохо. Я так думаю, что у нас сейчас здесь будет цех, наверное. Карта-то тут, блин, будь здоров. Ну что же. Да, я хочу вернуться, естественно. Че, я просто так, что ли, катаюсь? Конечно, вернуться. Сейчас командир с Хлоей. О, добрый. Че, ничего нету? Госпиталь, бар, бараки. Так, встретитесь Пэм. А Пэм у нас где сидит? По-моему, в аванпосте. Пэм. Тебе что-то нужно, командир? Механические неполадки. Вас встречает буквально весь город. Пэм бросается к Хлое, крепко обнимает ее и целует. Местные жители радостно приветствуют освобожденных и искренне вас благодарят. Такие моменты — редкость в жизни наемников, отчего они становятся только ценнее. Пэм подходит ко мне с Хлоей. Спасибо тебе. Этот город и я перед тобой в неоплатном долгу. Мы будем рады, если ты решишь тут остаться. Моя работа тут не закончена. На какое-то время я останусь с вами. Заходи ко мне в мастерскую после праздника, а тебе наверняка понадобится новое улучшенное снаряжение, и мы с Ори можем тебе его предоставить. Звучит многообещающе, я обязательно зайду. Вот так вот, ребята. Ваш комблинг настойчиво пищит, намекая, что кто-то очень хочет с вами поговорить, взять трубку. Наслаждаешься праздником? Могу себе позволить, сегодня был неплохой день. Твоей основной задачей было восстановление работы аванпоста, но теперь мы меняем фокус. Для Орды это нетипичный и странный рейд. Наши источники говорят, что это самодеятельность местного жреца Токнутых. Его зовут Неон. Прогуляйся до базы и потряси его. Надо узнать, что он искал, и найти это первым. Понял, принял. Так, ну что, друзья мои, понял, принял. Куда она сказала зайти после танцулик? Ага, вот и мастерская. Привет, это моя мастерская, ты можешь создавать практически что угодно тут. Если у тебя, конечно, есть нужные материалы. Давай я тебе все покажу, вещи разделены по категориям. Сейчас посмотрим броню. Так, броня излома. Тут ты можешь видеть вещи, которые можешь создавать сейчас, тут не густо, но раздобыв чертежи и восстановив Ори, ты сможешь сделать практически что угодно. Со временем и при наличии средств я могу полностью отреставрировать Ори, и мы сможем создавать крутую экипировку.
С каждой новой вещью мои навыки становятся лучше, а с ними и качество создаваемых вещей. Теперь выбери вещь, которую ты хочешь сделать первой. Это может быть броня или что-то другое. Так, тяжелая броня. Выглядит как гора мусора, но, поверь, она неплохо защитит тебя от пуль и когтей. Улучшить Ори. Ух ты, новый рецепт. Самодельная винтовка, ребята, и бронепластина. Улучшаем. Ой, взрыв труба. О-хо-хо-хо-хоу. Так. Посмотрим, как работает производство экипировки. Тут ты можешь видеть вещь, которую ты пытаешься сделать. Тут возможные параметры этой экипировки. Так, стойкость 4.6. Изменив редкость вещи, ты повысишь ее базовые параметры. Если ты хочешь сделать что-то по-настоящему уникальное, тебе нужно использовать моды. Ух, ёк, макарёк. Моды бывают очень разными. Каждый добавляет что-то свое в экипировку. Сейчас выбери тот, который я сделала сама. Так, мод непредсказуемо модифицирует снаряжение. Вы не знаете, где еще смотрите такие моды. Случайный 8.15. Что это? Тут ты можешь увидеть, какие параметры они добавят в снаряжение, а также указания, где его можно найти, использовать. Оу, слушай, неплохо. Как ты можешь заметить, ожидаемые параметры экипировки изменились. Давай сделаем ее. Создание предмета прошло успешно. Ну, ох, ничего себе, стойкость 5 и сила 21. Вот она, твоя новая экипировка. Ну, спасибо, Хлоя, спасибо. Очень признателен. Ой, тут моды можно делать, аксессуары. Противогаз. Так, маска поможет сохранить твои легкие от различных ядов и токсинов с пустоши на какое-то время. Только не говори брату, что это от меня огненная вода. Бронепластина. У солдата всегда есть место для дополнительной брони, если только он не пытается убежать. Механик. У меня он уровня 4. Особое. Особое пока нету ничего. Компоненты тоже пока нету. Чертежи, ну, естественно, тоже. Так, оружие. Ух ты, боевая труба. Это как ключ-нож, только топор-труба для детей. Топор-труба. Самодельная винтовка. Егерь. И если твой егерь принесет мне чертеж или хотя бы общие пожелания о том, какой она должна быть, сделаем в лучшем виде. Так, у меня хватает. Ага. Хватает же? Хватает. Так, мод какой-нибудь давай использовать. Пока такие моды, ребята. Качество. Пока обычное создаем. Ох. Огневая мощь 23, скорость четвертак. Так, нормально, ребят, я думаю, годится. Теперь давай попробуем создать мод. Мод, обязательно мод, ребята. Опа, создаем. Угу. Огневая мощь 20-ка, техника 13. Все, теперь надо это как-то, ребята, расставить нашим бойцам. Так, едьте на юго-восток и найдите там священника Неона. У нас в баре, да, насколько я помню, Вики. Тут находится подробная информация о наемниках. Это его основные параметры, я вижу. Тут написан класс персонажа. Каждый класс имеет свой собственный набор навыков. Ты можешь потратить опыт на повышение уровня персонажа. Здесь можно изменить поведение наемника в режиме автобоя. Ты можешь уволить наемника и получить обратно часть опыта, потраченного на его повышение уровня. Хоу, да? Разведчик с одной звездой. Пока. А кто у меня тут есть? У меня с двумя звездами вообще никого нет, ребят. Феникс. Я вот думаю, Катерину, наверное... Подожди-ка, Катерину мы с тобой улучшали? Так, у нее что тут, яд? Да? Мне нужен егерь, потому что у егеря у нас есть винтовка для него. И где же тут егерь? Вот егерь, Феникс. Я могу ей взять, поставить. Во-первых, можно надеть броню. Надеваем. Чтобы снять снаряжение, использую кнопку снять. Ну, я понял, снять. Теперь надеть. Все, закрываем, надели. Так, лазерный прицел. Надеваем. Ага, здесь нету. И, конечно же, ребят, самодельную винтовку. Хо-хоу.
Вот, видишь, она прям с винтовочки с такой вот как раз и есть. Улучшить давай. Левел. Так, а что нужно, чтобы поднять звездность, интересно? Так, вот у нас опыт, ребята, вот я его трачу. Так, чего-чего-чего, улучши бар, чтобы прокачать персонажа. Улучшить бар, чтобы прокачать персонажа. Так, Спайк, что у тебя там есть? Да ладно. Ну давай возьмем хотя бы вот боевую трубу. Ну, ребят, ну лучше боевая труба, чем вообще ничего, согласись. Параметры повышаются, я вижу. Так, закрываем. Так, разведчик, что ли? Я не знаю, ребята. Разведчик тоже может лечить. Сила 15, ловкость. Так, а ты... О-о-о-о-о-о-о. Ну, без медика, ребят, нам никуда. Нам медик по любасику нужен, но... Но ничего он сделать не может. Может быть, все-таки взять Вики? Нет, ребят, нет, 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 нет. Раз, два, три. Все-таки Катерина, да? Блин, может быть, создать? Все. Опыт так быстро кончился. А, улучшить... Она сказала, улучшить бар, да? Опа! И, то есть, я могу дальше прокачивать или что? Пока непонятно, ребят. Так, ну что, у нас с тобой есть задание. И мы обязательно, наверное, с вами отправимся, ребята. И если вы попросите, я надеюсь, она вам понравилась, игруха эта. Она такая, знаешь, как бы, и повоевать, и почитать. То есть, типа, как анимированный квест, можно так сказать, да? В общем, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!